Всем привет, ребята! Вы на канале Все про ставки, и в сегодняшнем ролике я покажу вам свою стратегию на игру Золото Запада. Буду играть я по этой стратегии букмекер с конторой MLBet, так как здесь очень и очень хорошая дача выигрыша. Ну и по стратегиям тут также можно спокойно поднимать свой банк. Ссылку на БК оставлю в описании, а в закрепленном комментарии я оставил промокоды и бонусы, которые, введя, вы получите 6500 рублей при первом пополнении. Вот. Также советую вам очень интересный канал, который называется «Все про 1x Games». Ссылку на этот канал я оставил в описании. Там периодически выходят очень и очень интересные ролики раздела 1x Games, значит. Вот. Поэтому переходим по ссылке и подписываемся. Так, ну и также не забываем подписываться на наш канал, ставить лайки и писать комментарии. Переходим к нашей стратегии. Значит, я ее придумал лично сам. Ставим 10 рублей, минимальную сумму ставки. И если мы с какой-то из сторон проходим 3 стадии подряд, то есть на одной стороне раз, так, проигрываем сейчас. Ну, в общем, как только мы это сделаем, мы ставим крупную сумму и идем на противоположную сторону. О, отлично, сразу получилось. Вот, то есть сейчас давайте я поставлю 1500 и ставлю справа. Если проигрываем, то максимум одно удвоение понадобится. Ну, здесь не понадобится, потому что у нас сразу же заходит стратегия. Отлично. Баланс был 9500. Все, продолжаем. Давайте теперь справа попробуем. Так, здесь не повезло. Начинаем заново. Также, ребят, свою стратегию вы можете оставить тоже в комментариях. Пишите, вот, я буду смотреть, буду выбирать следующий ролик, потому что у меня будет стратегия от подписчика. Может быть, выберу именно вашу. Так, не получается у нас что-то. Ну да, стратегия выполняется довольно тяжело. Ну, как видите, у нас два раза уже за минуту получилось. Так, снова 1500 ставим, и теперь нам нужно нажать на левый столбец. Хорошо, 2 из 2, без удвоений, ребят. Просто отлично. Давайте снова слева пробуем. 2, 3. Не повезло. Сейчас последний разочек сыграем, наверное. 2. Так, снова не везет. Так, раз. Снова бомбочка падает. Так, 2 и 3. Отлично, просто отлично. Давайте. Так, ну, я не знаю, давайте 2500 под концовочку поставим. Фух, ну да, рисково, но все для вас, ребят. И нажимаем справа. Блин, придется удваивать, ребят. 5000 ставим. Блин, страшно, очень страшно. Фух. 10 тысяч забираем. Просто, ребят, 3 из 3 стратегия зашла. Так, баланс был назначен 9500 рублей. Итого за 3 попытки мы подняли 5500 рублей. Ну, просто идеальная стратегия. Вам всем ее, конечно же, советую. Сами видите, какой плюс дает. Вот. Ну, а играть по этой стратегии вы сами знаете где. Я уже говорил, повторюсь. В БК MLBet, ссылку на которую оставлю в описании. Вот. И промокоды и бонусы также я оставил в закрепленном комментарии. Получите 6500 при первом пополнении. Вот. На этом все. Пишите свои стратегии в комментариях, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока!